Так, вот это вот очень маленькое зарядное устройство может изготовить каждый себе. Схемка у нас вот такая. Значит, работает он от 5 до 28 вольт. Это подача на него. Вот. На выходе мы регулируем вот этим резистором. Вот он, резистор регулируемый. Вот. Регулировка у нас осуществляется от 2,5 вольта до 18 вольт. Значит, ничего сложного нет. Микросхема LM317T. Резистор регулируемый. Один резистор на 250. Вот. И диодик там из блока питания какой-нибудь возьмете. То есть ничего сложного нет. Вот. Проще не бывает. Ну вот сейчас я вам покажу, как этим пользоваться. Так вот. А, тут даже от 1,2 вольта можно. Вот сейчас, значит, отверточку возьму. Вот, и начинаем ее медленно вращать. Вот, повышаем, повышаем. Ну, для кому, под какие аккумуляторы или под какое устройство, кто как хочет его, так будет и настраивать. Вот, ну вот, до 18 с лишним даже. Вот, второй резистор последовательно поставлен, он просто поставлен для более точной настройки. Его можно абсолютно не ставить. Вот, смотрите, я очень медленно его вращаю, и там буквально сотые меняются. Это с маленьким шагом, а вот это с большим шагом. Поэтому, ну, можно не ставить абсолютно. А вот, значит, и вот еще один маленький драйвер вам покажу. Он еще проще. Вход от 5 до 28 вольт. Да, кстати, эти микросхемы, они все-таки больше 1 ампера они не пропускают. Если вы захотите больше подать, но они просто будут греться и выйдут из строя. Значит, вот эта микросхема, она на LM317T построена. А вот эта более простая, просто Крен 8D. Значит, от 5 до 28 вольт подаем. Выход регулируем вот этими диодами. Если вот этот диод убрать, вот этот, убрать, значит, он будет выдавать 12,9 вольта. Этот убрать, то он будет еще меньше выдавать. Если добавить сюда еще диодов, он будет больше количество вольт выдавать. Вот и все. Все очень просто. Так что, ребята, паяйте, если кому нужно.